Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня покажу, какие новинки привезли к нам в магазин Fix Price. Хорошего всем просмотра! Город Челябинск, Новоградский, проспект 58. В коллекции Electrum дополнение, настенный декор. Интересно сделан, в раме. Размер неизвестен, но приблизительно 30 на 30. Будем ожидать еще новинки, которые показаны на картинке. Репродукция представлена в двух вариантах, цена 299 рублей. Декоративная подставка для украшений, золотая тарелка на куриных или птичьих лапках. Будут еще полочки и подносы, цена 299 рублей. А если верить этой этикетке, то к нам должны привезти еще симпатичные горшки. А пока показываю вам декоративный флакон с распрыскивателем золотистого или серебристого цвета за 249. Ваза Golden сверху немного напоминает по форме губы. Сделанная из керамики, только золотая пришла. Средний размер 299 рублей. Из декора в следующий раз к нам привезут, скорее всего, слоников, а пока нашла листочки. Темно-синего цвета с золотистым напылением, 249 рублей. Есть более вытянутые, два вида. Снова в продаже набор кистей для макияжа, две штуки, 249 рублей. Ворс здесь из нейлона, но при этом очень мягкий, приятный и качественный. Я также приобретала кисточки в наборе 4 штуки за 249 рублей, и они меня ничуть не разочаровали. Патчи для макияжа глаз от марки Lovely. 10 пар, 2 размера, самоклеющиеся. Актуально для тех, кто рисует стрелки или делает активный макияж с использованием теней. Цвета в ассортименте за 99 рублей. Новинка от Yoki Toki – это питательный бальзам для губ с ежевикой. Флакон симпатичный, сделан в форме символа следующего года змеи, с розовым оформлением с манго, с голубым, с клубникой. Цена 79 рублей. Детская зубная гелевая паста «Лесной бальзам». Со вкусом малины, можно использовать от 1 года, объем 60 мл, цена 79 рублей. Детская крем-мыло «Малео» с пребиотиками, гипоаллергенная. Удобный флакон с дозатором, 500 грамм, цена 79 рублей. От этого же производителя детское крем-мыло «Твердое Малео», 90 грамм, цена 59 рублей. Оно в коробке и в бумажной упаковке, 140 грамм за 69. Гель для посуды 3 в 1, нежные ручки, бальзам. Объем 650 мл. Делитесь отзывами о средствах, цена 79. Капсулы для стирки в очень маленькой упаковке, в 2 раза меньше, чем обычно привозят, но там внутри 4 капсулы. Сила Magic, цена 149. Гель для стирки Vestar, универсальный, сохраняет фактуру ткани. Объем 3 литра. Для ручной и машинной стирки подходит для хлопковых вещей и синтетических. Цена 299. Бальзам для рук от Вишневского. Несколько вариантов отличаются. Этот смягчающий с берестяной формулой, цена 79 рублей, 70 мл. С глицерином и маслом Жожоба и от Шестаковского для пересушенной кожи. Новинка от марки Чистая линия, пилинг-маска для лица с витамином В3 и АХ-кислотами. С экстрактом зеленого чая и винограда, цена 79 рублей, 75 мл. В зоне около кассы обнаружила набор кремов для рук. Маленькие упаковки по 30 грамм, всего 5 штук, парфюмированные. Есть с экстрактом авокадо, сакуры, розы, огурца и ромашки. 133 рубля. Здесь же вы найдете универсальный увлажняющий крем от марки Nivea. В большой упаковке объемом 300 мл за 299. Сковорода для оладий разделена на 4 части. 26 сантиметров, сделана из углеродистой стали. Цена 299 рублей. Ковш объемом 1,5 литра, это 16 сантиметров. Подходит для газовых, электрических плит. На керамике можно использовать с антипригарным покрытием за 349. Бокалы для шампанского с надписями «Все сбудется, загадывай». Со снежинками объемом 170 мл, прозрачное стекло 174,50. Надписи и рисунки отличаются, нашла еще один вариант с елочкой «Время волшебства». Бокалы для шампанского без рисунков и с более толстым стеклом объемом 250 мл. Цена 99 рублей, сейчас очень много бокалов разной формы под вино,
Новые серии, старые, прозрачные, под любой праздник подойдут. Цены перед вами. Кружки из стекла 420 мл, прозрачные с небольшим объемным декором, 79 рублей. Вновь в продаже консервированные грибы от марки «Ботаника». Ассорти. Основного продукта в составе 205 грамм. Грибы-вешенки, шиитаки и намеко за 99 рублей. Вкус на любителя, в составе присутствует уксусная кислота и лимонная кислота. Новинка – хрустящие крекеры со вкусом сыра, аналог известного тук-тук, 100 грамм, только из Турции. На рапсовом, подсолнечном и хлопковом масле за 22,60. Пакетированный чай «Принцесса Ява» Каркаде, 25 пакетиков, цена 59 рублей. Среди новогодних подарков встретилась новинка от Milky Way и других производителей, 199 рублей. Сникерс, Milky Way, Twix, конфеты Баунти, все в маленьком формате. Общая масса 211 грамм. Сорочка женская, 100% хлопок в составе с V-образным вырезом, без рукавов. Длинная, ровные швы, цена 399 рублей. Отличается рисунок, и также есть варианты, где рукава воланы. Размеры 46-56. Пряжа 40 метров, 100 грамм, состав полиэстер. Все цвета, которые есть у нас в магазине, перед вами. Отличный вариант для домашнего рукоделия, цена 124 рубля. В Фиксе сейчас есть много вариантов. Концентрат тутти-фрутти за литр 299 рублей. Это автоочиститель стекол аж до минус 70 градусов. В товарах для автомобиля можно найти ароматизаторы воздуха в стеклянных бутылочках с деревянной крышкой. Ароматов много, 99 рублей. Здесь же я нашла небольшие автомобильные подушки на резинке. Приятные, держат форму, 399 рублей, цвета в ассортименте. Новая развивающая игра «Лабиринт» необходимо провести животное в свое стадо. Игра для более маленьких детей за 199 рублей. Игры отличаются. Обучение и развлечения. Викторина для детей. Внутри упаковки 64 карточки. 4 темы, 2 поля, фишки, фигурки и волчок внутри. Для веселой игры используются персонажи из мультиков и игр. Цена 229. Картины по номерам от предыдущих отличаются тем, что они на холсте. Размер 30 на 40 сантиметров. Какие именно картины внутри есть на наклейках, цена 349. Развивающие книжки для детей с многоразовыми наклейками. Цена 99 рублей. В центре есть наклейки. Текста в этих книжках немного, а вот картинок очень даже много. И текст среднего размера. Эти книги подойдут для маленьких, они с крупными буквами. Такие сказки будет легче читать, и картинки здесь через раз на весь лист. Издательство «Феникс», сказки в ассортименте, цена 79 рублей. Общие тетрадки формата А5. Тактильно приятные обложки, внутри листы в клетку, 48 листов, цена 59 рублей. Но какие-то обложки все мрачноватые, вам так не кажется? От некоторых, если честно, мурашки по коже. Снова в продаже корректирующая лента от марки Берлинга, цена 69 рублей. Отличаются по цвету. В канцелярии всегда пополняется ассортимент, например, сейчас есть стаканчики за 33, акварельные краски за 149 рублей. Если у вас что-то закончилось, то всегда это можно найти на полочках. Например, клей за 59 или 62. Корректирующие ручки. Не могу оставить вас без этой информации. В Галамарт выставили наконец-то новогодние товары в большом количестве. И давайте же их рассмотрим. Спрашивали про снегурочек. И вот он магазин, где вы можете их приобрести. Небольшого размера. Симпатичная мордашка и наряд красивый. Судя по всему, еще и музыкальная. 30 сантиметров. Без рубля 2000. Да, наши герои, конечно, тоже не дешевые. А вот в халате не очень-то похож на Деда Мороза, но все же. Еще нашла две фигурки здесь в серебристом наряде и в синем халате. Длинный лесовичок, он идет с подсветкой. Цвета в ассортименте за 1299. Надеюсь, я ничего не перепутаю. Кажется, этот гномик
в красном колпаке 1000 рублей. Рядом стоят два фонарика. Один напоминает камин внутри за 1500, второй с искусственной свечой, но цена не отличается. Также есть мишура, дождик так вообще 15 рублей, и он очень длинный. Знаю, некоторые предпочитают украшать именно дождиками, а не мишурой, хотя она здесь также есть. Самая дорогая золотая за 289, под ними висят небольшие веночки. 299 рублей, золотой 399, с надписью «Счастливого Рождества» и с цветами за 749. Пластиковый набор игрушек 129 рублей, шарики, подарки и барабаны. Колокольчики с бантиками 149, крупные бантики за 99. Они, кстати, еще неплохо смотрятся, есть один за 79 клетчатый. А эти носки очень похожи на те, что сейчас в Фиксе. Зеленая гирлянда из веток, но таких, как мишура. 270 сантиметров, цена 499 рублей. Похоже, у меня дома есть, украшаю балкон. Куча разных веточек с шишками и ягодками. Вот с такими прозрачными цветочками, но короткие. По 179 рублей. С шишечками по 109 рублей. Ниже 100 рублей нет, даже если они короткие. Наборы с пластиковыми шарами, 6 штук за 199 рублей. Цвета какие вам только душе угодно. Если диаметр больше, то в наборе уже 4 шара и цена 199 рублей. Кстати, раньше были стеклянные, но сейчас их не вижу. Возможно, в этом году не привезли или еще не выставили. За 229 наборы шаров есть и блестящие, и матовые, по 12 штук. А за 399 в наборе в тубе 6 штук, но они больше размером. На этой полке у нас также наборы шариков пластиковых, есть с рисунками, есть просто с объемным декором, по 299 рублей, по 6 штук в упаковке. За 149 рублей 2 шишки золотистые, за 399 я уже показывала, просто здесь намного больше цветов. А эти шарики подойдут для маленькой елки, набор разноцветных, 12 шариков за 149. За 149 рублей еще набор елок. Пластиковые украшения подойдут тем, у кого дома есть маленькие дети, и вы боитесь, что они их уронят, или животные. Мне понравились наборы однотонных шариков, но какие-то блестящие, какие-то матовые по 600 рублей. И вот одним таким набором также можно разнообразить елку. Шарики, цветочки, сосульки и даже есть верхушка-звезда. 45 предметов, наборы разного цвета за 2499 рублей. Тоже неплохой набор, но вот, например, для моей елки верхушка такая не подойдет. 52 предмета за 1799. Розовый, например, 48 предметов за 1599. В этом наборе помимо шариков есть еще шишки. Такая упаковка, словно это подарочек. 31 игрушка внутри, 7 сантиметров в диаметр. Цена 899 рублей. Есть классный набор для больших елок за 2 999. Здесь в чемоданчике и шарики, и капельки, и сосульки, бусы, снежинки. Бордовый цвет, кстати, в этом году в тренде. И даже олени. В синем наборе чуть-чуть есть отличия. Несмотря на то, что в этой упаковке 24 шарика, они очень легкие, не составляет труда держать даже одной рукой. 899 рублей. Пластиковые украшения по 159, верхушки 149 рублей. Удлинители самые разные, за 139, 99. И есть также специальные держатели для гирлянд. Оба варианта мной протестированы, и они хорошо выполняют свою функцию. На этом стеллаже выставлены только гирлянды. Приблизительные цены перед вами. Эти гирлянды для дома 9 метров за 500 рублей. Симпатичная гирлянда со снежинками за 399 рублей. С капельками за 399 рублей длиной 4 метра. За 119 2,5 метра самая классическая. 7 метров уже выходит дороже. Даже есть гирлянда, которая работает от пульта. 399 рублей. Есть гирлянды, которые светятся разными цветами, а кто-то только холодным либо теплым. Обычные гирлянды, гирлянды бахрома. О, занавес также от пультика за 799 рублей. Звезда сверкающая 599 рублей.
самом низу расположились гирлянды для улицы. 2000, 8 режимов занавес, 1320 лампочек, 1,5 метра на 2, за 2000 3 на 2 метра. Эти гирлянды на черной проволоке. Снизу также есть варианты интересные со звездами. 1500, кстати, некоторые уже со скидкой получаются. Вот это меня прям заинтересовало. На картинке выглядит симпатично. Здесь еще и снежинки, и фигурки. Такую расположить интересно на окне. Куча декоративных веточек с глиттером. Цена 239, 139. За 219 есть. Цены уточняйте лучше на кассе. Собраны заснеженные елки. 5499 рублей в высоту 1,80 м. Совсем маленькая есть. За 1990, 120 сантиметров с заснеженными кончиками. Самая высокая 210 сантиметров, 4990. Как по мне, так дороговато. Веточки здесь обыкновенные, не литые. И елки для примера украшены сразу. Елка сразу с шишками, 1,80 м, почти 5000. А вот к декоративным зеленым веточкам можно присмотреться. 279 рублей. Полностью зеленые, а вот с ягодками за 299. Ну и, кстати, без ягодок смотрится неплохо. Литые веточки, объемные. Цена отличная. Жестяные баночки, шкатулки можно использовать для маленьких подарков, 100 рублей. Для наушников коробки, также в рождественском стиле. Упаковочные ленты по 79, тканевые 139 рублей. 63 мм на 270 метров. Узкие за 69 с проволокой. Маленькие декоративные елочки для декора 99 рублей. Также здесь снизу лежат хлопушки. Маленькие по 39, больше 149 рублей. Самые большие 159 рублей. Искусственный снег. Серебристый 199, а вот белый 149 рублей. Маленькие искусственные свечи также подойдут для атмосферы и более безопасные. Новинки по 129 рублей. Также здесь очень много символов следующего года, змеек. Маленькие мягкие по 149 рублей. Вот такая кобра, настольная статуэтка. 399 рублей. Как раз они вроде и в этих коробках лежат. Миленькие сувенирчики зеленые на удачу. 169 рублей. Фигурки лосей или оленей 299 рублей. Вот такие елочки я помню с прошлого года. Они продавались в Магните. Невероятно красиво светятся. У самой дома есть, до сих пор от них в восторге. За 179, а большим 299 рублей. Но если те светятся теплым светом, то это разноцветное. Девочки в платьицах 399, гномы 300 и 400 рублей. Это точно китайские украшения, там таких полно. Маленькие фигурки, если честно, фикси цены на них намного приятнее. В Галамарт из года в год игрушки меня не очень впечатляют. Да и если покупать, то приятнее совсем перед Новым годом с большими скидками. Пенопластовые по 139, конфетки 99, яркие, не бьются, в этом их плюс. Феечки, варежки за 149. А вот что в Галамарт мне нравится, так это новогодняя посуда. Кружки со змейками 65 рублей. Новая коллекция с гномиками 109 кружки. Стаканы 109, низкие, а высокие 149 рублей. Стеклянные тарелки с изображением елочек, печенек 199 рублей. Глубокие и плоские. Стеклянная банка с оленем на деревянной крышке 399 рублей. Салатник из коллекции с гномиками 179 рублей, десертные тарелки по 99 и обеденные 129 рублей.
Салатник из коллекции «Рождественская сказка». 17,5 сантиметров, стеклянный, в форме звезды. За 249, еще меньше, 199, с изображением бантика и шишки. Варежка с елкой со скидкой 199 рублей. Тарелки елочки за 299 с оленями. Елки с елочками за 299, 289, два размера. Для симпатичной сервировки стола с закусками. Новогодние кружки 380 мл, 149 рублей. Вы только взгляните, сколько здесь атмосферных вариантов. С оленями, сантами, ягодками, ветками. Милейшее блюдо в форме елки с гномиком в центре и звездой сверху. 299 рублей. Тарелка круглая за 449, посуда из керамики. В форме колокольчика 349 и домика за 529. Тарелка елочка со снеговиком сейчас со скидкой 599 рублей. Рядом расположились подставки под горячее с новогодними рисунками 20 на 15 сантиметров. С пробкой с обратной стороны за 399, два варианта. Кружка объемом 340 мл, 229 рублей. Четыре варианта, так что в коробках смотрите. За 299 синие, они полуматовые, с желаниями. Пусть чудеса случаются и мечты сбываются. Кружка новогодняя с крышкой 400 мл, 459 рублей. А у этой на крышке бантик. Рождественский рисунок за 399. Подарочный набор в коробке за 299 рублей. Носки и кружка. Белая кружка с елочкой сверху на деревянной крышке и ложкой в комплекте 349 рублей. Крышка держится, конечно, слабенько. Тарелка носок 749 рублей. 459 варежка, звезда 649. Вообще у меня даже есть салатник из этой серии. Мама покупала в МПР, наверное, год назад с огромной скидкой. Они там были рублей по 200. Кружки 249 рублей. Колокольчики 259, подставки под ложку 169, коллекцию с оленями и лисами мы видели ранее. Скатерть жаккард за 1290, размер 140 на 230, с водоотталкивающей пропиткой. Рядом намного бюджетнее новогодний вариант размером 110 на 140 сантиметров, 399 рублей. Здесь также есть пропитка. Полотенце все с тем же гномиком, 40 на 60 сантиметров, состав 100% хлопок, 299 рублей. Полотенце кухонное, 38 на 63 сантиметра, за 149 с елочкой. Шишками также, 40 на 60 сантиметров, цена 269. В таких же цветах есть прихватки квадратные. Шишками самый дорогой, 99. А еще есть в форме варежек. И тоже с шишками максимальной за 179. Благодарю за просмотр. Напишите в комментариях, начали ли вы подготовку к Новому году. Всем желаю чудесных покупок. Поддержите видео лайком. До новых встреч. Пока-пока.